И вновь он вернется на скамью подсудимых. Известный аферист Юрий Юнышев снова подозревается в мошенничестве. Причем 67-летний рецидивист давно находится за решеткой. И вдруг теперь он решил заработать на грузоперевозках. Напомним, 4 года назад этого человека поймали за организацию финансовой пирамиды. Он обманул десятки пенсионеров на 47 миллионов рублей. И получил срок 7 лет и 10 месяцев колонии. Но находясь за решеткой, он создал новую финансовую пирамиду. Предлагал инвестировать средства в страусиные фермы. Люди платили деньги, но ни процентов, ни вкладов своих больше не видели. Он обманул 14 человек на 1 000 000 рублей. Юношев, находясь в местах лишения свободы, являлся организатором данной организованной группы. Он привлек для совершения данного преступления Рыбникову, Кузнецову, Тюрина. Был арендован офис в городе Челябинске, куда приходили непосредственно граждане, которые готовы были вложить денежные средства в СКПК развития страусоводства. В итоге ему изменили наказание. В колонии он должен был пробыть 9 лет. Но теперь этот срок могут увеличить. Его подозревают в новой афере. Брал заказы на грузоперевозки, но никаких услуг не предоставлял. По версии следствия, в этот раз он сумел нажиться на доверчивых гражданах на сумму в 200 000 рублей.